Выходит, получается, я создал персонажа, прошел вот здесь вот два шага, мне дали квест и поехали. В общем-то, ну, поехали так поехали. Еще раз, что у меня по скиллам выходит. Единичка обычный удар, двоечка удар, который тратит силу мою, которая копится от единички. Получается так вот. То есть единичка я коплю силу, двоечка я разряжаю силу. И мне дали рывок еще. Я его поставил себе. Рывок, кстати, дамажит, судя по всему, да? Написано, да, рывок дамажит. Хорошо. Рывок дамажит, это замечательно. Просто прекрасно. У меня есть нэшка. У меня есть призрачное зрение. Я так понимаю, призрачное зрение это против этих самых, против разбойников больше. Ибо больше объяснений у меня нету никакого. Оно вроде бы видит разбойников. За это видеть сокровища и противников, в том числе замаскированных и невидимых сквозь физические преграды, время действия 10 секунд. При атаке и получении урона этот эффект пропадает. Понятно, ну да, против разбойников как раз. Штучка. Так, ну пошли уничтожать все, что здесь есть тогда. Давайте, чисто. Клинки, клинки, а я дыха. А я дыха мешу всех один. И соло чисто. Соло замешу любого. Я так понимаю, эти духи меня должны хилить, скорее всего. Ну да. Духи меня и хилят как раз. Опс. Я могу прыгать одновременно и кнопки нажимать? 1-2. Это не считается как за спел какой-то? Ну да. Я могу такие выкрутасы делать. Опс. Я раз их читаю LS, потому что мне лень. Я тебя понял, буква. Для того, чтобы читать LS, для начала нужно сделать себе LS. Начнем как бы с этого. А чтобы сделать LS, надо ее сделать. Правильно? Правильно. Так что все, я сделал LS, якобы я что-то могу даже видеть. Сам лох, кстати, на вагоне. Сам такой. О-о-о. Ну что, я буду тыкать демонов? Че, они жраги для меня? Правильно. Демон нападает на демонов, как вам такое? М? Демон на демонов, блин. Какая-то... братские какие-то файты у нас выходят, непонятные. Ну ладно. У меня почему-то то 40 забирает энергии, по-моему, то... меньше... то 20 почему-то. Это якобы крит или в чем логика? Почему иногда 20, иногда 40? Я пока что не понял немножко сути. Ну должна забирать всегда 40, по идее. Ну да ладно. Знамя какое-то поставьте там. Опс. Угу. Ага, вот и минус мобы, понятно. Так, силы пеплостов, поехали. Сбор ледари. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Что надо сделать? Просто поставить снова какое-то знамя, да? Угу. Ну поехали, дружище, поехали. Примите дар или данте. Или данте, отдай дар, падла. Бить буду, трогать буду. Кошку отдавай. Кошечку отдавай сюда, саблезуба. Это мое. Хорошая кошечка. Сюда лут, где? Ах, вы черти, не даете мне маунта оседлать. О, сюда лут, замечательно. Сюда кошку, сюда кису. Замечательно, все. Можно удалять персонажа. На желтый круг сходи, на доп. Задачу. Несколько раз потыкай туда. Несколько раз потыкай туда на желтую задачу, да? В чем смысл? Бред какой-то. Че по кусту? Найдите Алари. Едем за Алари, ребят. Алари наша подруга вроде бы там, да, по игре? Или кто она там? Опс. А, хорошо. О! Привет, левел. 99-й, замечательно. Куда дальше? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а мне что-то добавляют или нет? Я играть буду ДПСером, если что. ДПС спек, истребление. ДПС спек и только ДПС спек я буду играть на ДХ. Так, 99 левел. Мне дают 3 таланта. И есть ли у меня какие-то способности? Новый вопрос. Пока как будто бы их и нету. Этих новых способностей. На месте убитого противника иногда остается фрагмент души. Подойдя к фрагменту души, вы поглощаете его, устанавливая 25% максимального запаса здоровья, если этот фрагмент был...
Этот фрагмент души демона, то наносимый вами урон увеличивается на 20% на 15 секунд. Нифига себе. Пассивно увеличивает наносимый урон от магии хаоса на 21% и повышает скорость движения на 14%. То есть я, получается, быстрее, чем некоторые классы в этой игре. Хорошо, замечательно. Допустим, я быстрее, чем некоторые классы. Что здесь делать надо? Пошли сразу моба потрогаем, которого убить надо. Освободить кого-то надо. Давайте освободим быстренько. А, ну иди сюда, падла. Сейчас мы тебя освободим, падлу. Там главное во втором тире центральной не бери. Ух ты ж, мне уже прям подсказочки идет. Дают, ребята, что брать, что не брать. Ладно. Пассивно повышает урон от рывка скверны на 30%. Вы накапливаете 30 единиц гнева, если рывок скверны наносит урон хотя бы одной цели. Хорошо. Клинок скверны. Вы совершаете рывок цели, нанося 22 тысячи урона от огня. Укус демона с некоторой вероятностью может завершить время оставления клинка скверны. Ух ты ж. Либо слепая ярость, пронзающий взгляд, каждую секунду создает 35 единиц гнева. Время действия продлевается. Его у меня пока нет, поэтому я возьму лучше кнопочку эту. Пошли дальше. Опс, опс, опс. Хорошо. И дальше. Опс. И все, и нажимаем кнопочки свои. Замечательнейшие. Проносим здесь все, что тут есть. А что меня дамажит, я не понял. Что это за фигня? Чаще всего как бы эти самые демеджи какие-то. А, это лужа больная, все, я понял. Я в лужу встал, поэтому демеджа миллион полутал. Понятно. Я даже не заметил, что я в луже стою. Ну ладно. А я понял, как ваша локалка работает, в чем проблема. За каждое нажатие мне дают 15%. Смешно, что это такое? Пленение, я так понимаю, это и есть мой контроль. Поставим куда-то на контрол 5. Танец клинков, это тратит силы рун. Мрак, это сейф, вроде бы я видел. Это первый наш сейф, который позволяет находящимся в нем союзника сверху 20% избежать урона при атаке противника. Хорошо. Так, клинок бери, говорят. Ну, клинок я и взял пока что. Пока что клинок мы и взяли. Четверочка, это что у нас? Четверка, я так понимаю. Угу. Ладно, не важно, что это такое. Так, надо еще кого-то спасти там, да? Опс. Ну-ка, вот здесь что-то нажать надо будет. Или не нажимается почему-то. Здесь нажать. Давай сюда лут. Душа принесена в жертву. Забрали. И нажали. Замечательно. Так, пошли на маунте сразу туда. Лянь, ты кто? Ты растишки объелся? Ты кто вообще такой, лянь? Агуша, это ты что ли? Ты кто? Кто ты такой, воин? Или ты по моим гайдам решил в игру поиграть? Не, ну по моим гайдам это правильно, это понятное дело. По моим гайдам можно и не таким вырасти, это понятное дело. Но ты что-то вообще как-то с перебором. Что это такое вообще? Что это за штука, я не понял. Можно его увести оттуда? Хорошо. Что это? Защита энергии скверны обеспечивает неспособность ко всем отрицательным эффектам. Еще делать? Взорвать или что надо сделать? Не понимаю пока что. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока что-то как-то ты смотришь на этот бред и не понимаешь, что это. Урон 46 тысяч, урон по 10 тысяч там прилетал, но зато сейвит неплохо. Сейчас насоветует, привет, за кого посоветуешь начать ментал? За того, какого тебе больше нравится играть в игру. Ну или кого, кому душа больше тянет. Хочешь играть одним, играй одним. Хочешь играть другим, играй этим, как бы. Ну, как-то так. Лучше играть намного. Так, здесь какой-то сундук должен быть, правильно или что? Я пока не понял немножко. Что за сундук? Small Treasure Quest, ловкость, выносливость на 100 повышены на час. Или он с Марга выпасть должен? Я чуть пока не понял немножко, а? Или с Марга должно выпадать? Не понял пока что. Угу. Ну, похоже, наверное... А, вот, нашел. Увидел, увидел. Так, на 15 минут, да? Давай, нажал, поехали. А, стоп, что оно? Нифига... Оно сохраняется? Ничего себе, нормально. Не знаю, куда это поставить, давай сюда. А я просрал эту штуку. Нормально сюда, это... Что это у нас? Ловкость выносливость повышена?
кого больше всего берут в ключе. Я не знаю, кого берут больше всего в ключи, потому что я хожу просто со своими ребятами. В основном в ключике. Именно, знаешь, если говорить как за ЛФГ, то я без понятия, как, какие там в ЛФГ правила. Я обычно беру, кто плюсанет меня обычно. Я особо не запариваюсь там. Один такой класс, другой другой класс, и третий класс. Вообще пофигу мне как-то на это дело. Кто эти ребята? Просто играю по кайфу и все. Так, что нам еще дали? Готовность. Сокращает время восстановления коварного отступления. Что это такое? Пока у нас такой кнопки нету. Дальше. Демонические клинки. Заменяет первый спелл наш. Ваши автоатаки с вероятностью 60% наносят урона темной магии. И позволяет накапливать гнев. Вагон горит все, что кроме второго, да? Демонический аппетит. Удар хаоса с вероятностью 25. Может создать малый фрагмент души. Поглотив любой фрагмент души, вы накопите 35 единиц гнева. Фрагмент души, по идее, должен вам хп давать, да? Давай фрагмент души, потому что хп. Кровопускание. Бросок боевого клинка. Я не знаю, что это. Мне его пока нету. Первая кровь. Затраты гнева на танец клинков. Есть. Снижается на 20 единиц, а урон, наносимый первой пораженной целью, увеличивается на 120 тысяч. Нифига себе. Прикольно. Раз в 8 секунд, правда? Рассечение хаоса. Удар хаоса поразит ближайший, находящийся поблизости противника, нанося им 10 дополнительного урона. 10%. А, единичка по всем сразу. Ну да, единичка по всем сразу. Буду пулить пачки мобов, почему нет? Что мне надо сделать? Изаль, белая луна освобождена. Поехали. Спасать Изаль. Изаль, иди сюда, Изаль. Сейчас мы тебя спасем, Изаль. Пошли дальше. Как же бесит Один своей механикой. Один? А что у него там за механика такая бесячая? Что у нас бесит прям? Кто у вас там бесящий класс, а? Кто кого бесит, а ну признавайтесь. У меня пока одна способность взята и пассивки в основном. Ладно. О, еще одна способность взгляд. По-моему, это та штука, которая кливает очень хорошо. Так что ее, может быть, тоже надо будет нажимать. Как-то так вот. Ритуал завершен, ну-ка. Давай ритуал завершать. Замечательно. Пошли дальше, 105-й, лянь. 105-й, в смысле 105-й, уже 105-й. Офигеть, так это персонаж вообще бешеный по прокачке. Я на 98-м стартанул, я уже 105-й. Офигеть. Какая механика тебе не нравится в регуляр? То, что надо убегать от него, или какая именно? Путь пустоты. Вы сливаетесь с пустотой, ваша скорость приближения повышается на 100, вы становитесь невосмешником урона, вы теряете возможность атаковать. Инстинкт самосохранения, затуманивание теперь уменьшает получаемый урон. Дополнительно 15%. Затуманивание у меня такой кнопки нету. Затуманивание также сработает автоматически, если ваш запас здоровья падает ниже 35%, но только в том случае, если не находится в процессе восстановления. Если не находится. И раздирание души повышает эффективность самоисцеления на 70%, пока действует с метаморфозами. Это у меня пока еще нету. А, тут и выбирать-то особо нету. Нечего, как будто бы. Как будто бы здесь из нее еще выбирать само по себе. Что за фрагменты? Раскрошить кристаллы, чтобы получить возможность с некоторой вероятностью нанести дополнительный урон. Огня при атаках также повысит скорость приближения 10% в течение 10 секунд. Можно использовать только в Мордуме и казематах стражей. Да, ну пошли заберем. Почему нет? Пошли заберем. Пошли, пошли. Я как бы не против эту штуку забрать. Я как бы только за. Давайте позабираем весь хлам, который нам предлагает игра. А почему бы и нет? Почему бы не забрать хлам нам? Игра же предлагает забрать хлам. Предлагает. Так почему не забрать этот самый хлам? Так, сундучок здесь где-то или где именно? Ага. То есть где-то здесь, да? Это не пещера. Это просто бред какой-то. Ради бреда. Угу.
Так, и что здесь у нас такого? Тут у нас ничего, да? А где сундук, я чуть не понял. Как будто бы оно с моба должно дропнуться. Тут это громилы. Нет, это сундучок именно. Так, подожди, сундучок. И сундучка нету. Может, вот этот камушек и есть этот самый сундучок, а? Кто знает, а? Кто знает? Так тут была эта штука, понятно, понятно, ну ладно. Пошли за сундучком. А вот и сундучок, сюда лутецкий. Не понял. А лут отдать? А лут отдать, падла? Лута давай! Да, ну лут не отдает. Релок. Вот падла, лут не отдает, вы прикиньте? Лут не хочет отдавать. Лута не будет. Кого принял лут? А почему буковка лута не будет, а? Что принял лут, скажи мне? Там не все лутать можно. А почему не все можно лутать? Какой релок? Там и не должно быть локалок. Каких локалок? Ты откуда вообще про локалки вспомнил на Ярике? Отдай лут! Ладно, неважно. Пока ничего из этого не возьму, потому что все бесполезное, как будто бы. Кажется. Кажется, все максимально бесполезным. Ярик проснулся. Который, наверное, здесь проходил все, да, Ярик? Ярик, ты все проходил, ты все помнишь? Что лутается, что не лутается? А с чего ты взял, что тут локалки вообще могут быть? Ну, например, да, тут действительно какая-то локалка есть. Почему-то... Почему? Непонятно, хотя это стартовая локация. Жертва принесена, что? Вы находитесь на следствии передвижения. Твоя жертва не будет напрасной. В смысле? Чё? Я просто все натыкал. Я просто натыкал все, что было. Уже сделал ты это. Дальше иди. Ладно, надо читать, видимо, что ты тыкаешь. Это, видимо, от автоклика сделано все. Королева стаи что-то сделала с этими вратами. Нам не удалось их открыть даже с помощью нескольких душ Марга. Возможно, нам следует принести в жертву душу охотника на демона. Выбор за тобой, Нидыха. Кому-то из нас придется умереть. Тес, мне нужно, чтобы ты принес себе в жертву и активировал последние врата. Абсолютно я без колебаний дам свою жизнь ради общей цели. Так поступил бы любой охотник на демонов. Я решил. Серес, мне нужно, чтобы ты принес себе в жертву и активировал это. Давай. Честь для меня. Понял, все, погнали дальше. Все, активируем врата. Все, врата тыкнуты. Нормально. О, сундучок, кстати, а ну сюда лут. Сюда лутецкий, быстренько отдали мне. Еще один хлам. Еще один сундучок. А, мне камни здоровья выпали легиона, ничего себе. Угу. Ну ладно, пускай будет. Шо ты, Ярик, будешь сейчас вспоминать, что такое ДХ? ДХ, ГХ. И все как надо заносить. Или как? Белеш убит, сила взята. Ну, сейчас Белеша потрогаем. Беляшек чисто. Кто Беляшек, ребят, плюсанись, пожалуйста. Если есть такие вообще Беляшики на стримщике. Вообще проблема заключается в том, что вообще не могу кикнуть каст, как будто бы. Хотя я могу скипнуть каст все равно, на самом-то деле. Даже если его кикнуть не могу, я его все равно могу скипнуть. Все, поехали. 15 секунд КД, серьезно? Офигеть. Это у меня кнопка пленения 15 секунд КД на минуту пленит моба. Поглощение, вот кик. Поглощение магии, у меня нету никакого поглощения магии еще. У меня таких кнопок в помине нету, буковка, можешь расслабиться. Так что забей. Я камушки полутал, так что нормально. Мета самоисцеления. Я думаю, мета самоисцеления самое нормальное, что тут можно взять. Под мету вообще не как будто бы не хотелось бы умирать.
Нифига себе, тут минное поле, конечно. Офигеешь. Ну и поле, ну и мины, конечно, ненормальное. У, блин. Так, я правильно понял, что здесь не все лутается, да? Или как? Ой. Ну ладно. Типа все, не все лутается, так сказать. Ладно, пошли просто квестики сдавать. Я не понял, что это где-то сундук немного. Ну да ладно, неважно. Метеоры по КД будут в себя, да? А, ну пускай куда хотят кидаются, мне вообще все равно. Тут сколько они летят, это вообще не проблема добежать. Они летят слишком долго. Сколько, я уже давно оттуда ушел, они только летят. Даже если не на ход летят, все равно они долго летят. Да и они не дамажат ничего. Так что вообще все равно. О, ребят, это что? Что за концерт, что за суета? Это все вокруг меня, что ли? Ничего себе. Спасибо, спасибо, ребят. Молодцы, ляньте, а. Все вокруг нас. Лянь, с матерью поговорите. Еще одной матери. Тут одни матери, смотрю. Вам нормально вообще, нет? Мать Нак, мать Легиона. О, отец, нормально. Хоть кто-то, с кем можно побазарить нормально. Ну что, мужик, капитан? Капитане это все дело, военачальник. Давай, хоть кому-то можно доделить это дело нужное и нормальное. А то одни капитанша непонятно откуда взявшиеся. Что мне дали? Поглощение магии, это кик коста, по-твоему, да? Хорошо, Буковка. Поглощение магии, это кик коста с ранжой в 20 метров, как ты и говорил. Так, дальше. Импульс, коварное отступление, рывок. Скверно увеличит наносимый вами урон на 20%. Коварный импульс? Коварное отступление, это вообще что? У меня такого нету. Так, извержение скверно наносит цели 180 тысяч урона раз в 10 секунд. Магии хаоса и оглушает цель на 2 секунды. Способность наносит на 100% больше урона, постоянно не восприимчивым к оглушению. Понял? И заклятый враг увеличивает урон, наносимый вам выбранной цели на 25. Когда цель погибает, вы наносите дополнительно 25% урона всем существам того же типа, что и первоначальная цель гуманоидам драконам в течение оставшегося времени. Угу. На одну минуту. Нифига себе. А это раз ли со секунд стан какой-то непонятный. Ну это КД 30 секунд, это КД 2 минуты. Это КД, короче, странное очень. Ну 25% это много на самом деле. Якобы, кажется. А это просто взорвать все, да? Носит цели именно, цель взрывает быстро. Давай бурст. Вы не можете это сделать в режиме боя, а так? О, так уже намного лучше. Так уже намного куда лучше. Сейв пока пропустим. Сейва нету. Если что, у нас сейва, точка нету. Так, это что, еще одна капитанша, что ли, или кто-то? А, не, нормальный мужик. Джейс. Встаньте лицом к пещере и примите призрачное зрение. Опа. Демонов видно. Три демона точно видно. Ля-лянь. Крадется мышь. Ничего себе ты. Мыша, конечно. Так, а как пройти? А, здорово, мужики. Как ваши делишки? Опс. Это что, сундучок какой-то, что ли? Или что это такое? Опс. Бабах. Камень здоровья легиона. Нормально. Пойдет, пойдет. Опс. Здравствуйте, здравствуйте. А что у вас здесь происходит? Я не понял, а? А что это у вас здесь происходит? Есть, конечно. А можно вот так вот подняться или нет? Зачем мне фул пещеру проходить, когда я могу просто к нему дойти вот так вот? И все. Оп. Оп. На. А, и кик-коста еще есть. Легко, короче.
Слишком все легко выходит. Так, подожди, так это вообще сильный персонаж выходит. Я бы сказал, это очень сильный персонаж ДХ. Он доджит урон спокойно. Он очень живучий, если я правильно все понимаю. Что мне выпало? Кольцо какое-то? 80-е. Это очень... Бурстом дал, это как клох. Так это очень сильный бурстовый дэмэдж выходит на этом персонаже просто. Опс, поехали дальше. Поехали, поехали. С, пока персонаж прикольный. Ты можешь доджить урон. Без проблем. Просто кнопкой, которая дамажит. Которая есть у всех танец клинков. Я думаю, она не самая сильная, но она... Заклятый враг. Но заклятый враг на дистанцию будет лучше, понятное дело. Но пока что меня интересует не заклятый враг. Бросок боевого клинка. Бросает в цель демонический клинок, наносящий 45 000 физ урона. Клинок может отрикошетить и нанести урон еще двум противникам в радиусе 10. Правильно? Да, все правильно. Понял. Опс, раз, два и поехали. Так, с... Куда дальше? Пока сюда пойдем. Да. Так, таланты. Бросок боевого клинка теперь имеет два заряда и замедляет всех врагов пораженных на 50 на 6 секунд. Применение способности кольцо хаоса больше не требует затрат гнева. Что такое кольцо хаоса? Не понял, что такое кольцо хаоса. Время восстановления сокращается. Демоническое перерождение. Время восстановления способности прозрачный взгляд, кольцо хаоса и затумания завершается, когда вы применяете метаморфоза. Мета у меня нету. Сейчас. Куда я попал вообще? ПРС уничтожение демонов, понял. Уничтожаем вот эту штуку тогда. Ну, два заряда давай пока что. Что это такое? Что за фигня? О, уничтожили. Нормально, сюда лут. Пошли дальше. Так, прогресс уничтожения демонов. Это что, мясорубка? Или что это за штука такая? Так, любимые вещи надо линкануть. Обязательно любимые вещи. Испарта. Не понял. Это что за фигня? Так, ты вообще офигел там, что ли, на луче? Или что это такое? Они вообще наглый тип. Сидит, кидает там меня что-то. У, блин. Так бы подушил бы его за эту вещь. Сколько оно бросит клинком? Как будто бы и по фигне. Ладно. Кого-то засейвить надо. Не собираюсь погибать на этой скале. Давай, давай. Let's go. Move, move, move. Ё-моё. Не собирайся, так доказывай, что не собираешься. Едь, блин. Так. А ну-ка. Там взглядом, по-моему, надо дамажить. Взгляд же самая сильная кнопка, да? Надо. И свой бурст надо не забывать нажимать. Мой бурст прям нормально должен наваливать точно кабины. Так. При получении урона. Там сумка на 28, что? Надо проверить. Надо проверить сумку на 28. Что-то как-то перебор, мне кажется, не? Сумка, блин, на 28. Ну вы с ума сошли. А где сундук? Он как будто бы здесь где-то, что ли? Или где он? Так, подожди-ка. А где сундук? Такс. Я что-то не понял. Полетел взрыв. На. Опс, бабах. Все. Что-то я ничего не понял. Что-то я не понял пока, где этот сундук. Фрагменты. Чисто фрагментики есть, а что, где, непонятно. Может, внизу здесь, конечно, проход какой-то есть непонятный. Да не, ничего здесь нету. Чисто, знаете, нарисовали, лишь бы нарисовать. Близы, я не думаю, что нарисовали. Хотя близы умеют рисовать, лишь бы нарисовать. Тоже, конечно, они таким умеют промышлять. Иногда.
Ну, например, рисовали шахту для того, чтобы просто туда сундук впихнуть, как бы. Да, шахта была небольшая, но все равно нарисовали. Вот туда что впихнуть, непонятно. Может, квест какой-то там будет сейчас. В общем, ладно, еще там появимся. Так, а сундучок как забрать? Сундучок, сумочку. Где она именно? Сейчас сумочку, это самое... У матерей сейчас отожмем каких-нибудь, не знаю. У кого-то надо сумочку отжать. Сумочку отожмем у кого-нибудь. Сумочку оборуем. О, хорошо, вот и сундучок. А ну-ка сюда. Реально, сумка на 28. Есть. Тут сумки на 20. Офигеть. Мешочек злобного ловца. Привет тебе от бороды и усов, что вылезли из трусов. А ты, смотрю, хлопец, пока что, ну, это самое, пока... Держишь уровень, да? Пока не собираешься сбавлять темп. Хорош, хорош, хлопец. Молодец. Темп не сбавляется. Уровень показывается. Хлопец. Смотрю, пока что не каждый день выходит, а каждый слимчик. Что-то да написать, что-то да выписать сюда надо, по-любому. Сколько всего я просрал? Всего? А что-то всего? Всего я бы не сказал, что ты что-то много тут напросирал. Вообще непонятно мне, если честно, что тут бегает. Бегает, прыгает, что вообще происходит? Это демон. А где этот самый? А где сундук? Ну, сундук как будто бы здесь сверху должен быть, наверное. А, мобы тупят, да? Мобы решили, что самое гениальное решение просто потупить, да? Понятно. Такс. Угу. Так, интерфейс, интерапс, да? Или как там аддон называется? Который кик кастов пишет в белый чат. Анонс интерапс, да. Так, не сказать, а просто личное сообщение мне. Только для меня давай. И все. Так, а я по-прежнему еще не понял. Как будто бы оно там должно быть. А ну-ка, сейчас поднимусь туда. Камень просрал. Какой камень просрал? Кто камень? Где камень? Третьего качнуть. Ну, как сказать, у меня есть танк, у меня есть сила, у меня нет ДПСера, хлопец. А я никогда не играл ДПСера. Может быть, ДПС классом поиграю просто? Погоняю, побегаю, вон, ребята говорят, тоже качни ДПСером. Давай ДПСера качнем. Посмотрим, кто нас начнет хилить будет в таком случае. Посмотрим, увидим. О, поднялись, хорошо, пошли дальше. В общем, пока такая суета. Пока такая вот. Как подняться выше, я чуть не понимаю. А, прикольно. Это что, текстуры что ли, или что это такое? Я чуть ничего не понял пока что. Что это? Это текстуры или... Это же еще, блин. Я пока что-то не это самое, пока не врубаюсь, где я вообще бегаю. И зачем я здесь бегаю? Ну, как будто бы я бегаю по текстурам, если честно. Ага. Ага. Ой. Ой. Ошибочка. Вот это планирование надо куда-то добавить, чтобы можно было понять, сколько времени мне планировать. Ладно, допустим. Я могу туда подняться? Угу. Опс. Хорошо, допустим, я здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыжком не могу подняться. Чё-то как-то... О, поднялся. Так, а как выше подняться, я чуть не понимаю пока что. Сундучок, фолл фрагмент какой-то, да?
Оп. Угу. Ну и вообще я туда в теории долетаю, кстати. В теории, если я кнопки нажму сейчас правильно, я туда долетаю даже. Я тупо забыл про камень. Который дает ловкость и хп. Ловкость и хп, что он это самый? На хай левеле тоже у вас работает или что? Что вы про него вспоминаете или забываете? Такс. Ирасик летучий мышь. А что? Тыкаем кнопочки, которые нам дали. Еще бы и нет. Такс. О, хорошо. Долетел все-таки. Скилл. Нормально, работаем. На скилле. Хорошо. Переиграли текстуры. Пока что. Вот здесь как будто бы ты не поднимешься по этому крутому склону, если честно. Поэтому куда идем дальше? Поэтому идем пока сюда. Не-не-не-не-не. Ты что, с ума сошел, что ли? Подожди. Ай-яй-яй, у меня shift стоял не тот. Вот, ошибочка в том, что shift стоял не тот. Подожди, я могу туда же подняться, правильно как-то? А чем я еще занимаюсь? Кто-то мне может это объяснить? Пока что я просто не понимаю. Летучий мышь это я был. Понял тебя, буковка. Вообще, чем я занимаюсь? Это мне может это объяснить? Я пытаюсь подняться на сраную гору. Зачем, не понимаю. Я пока не понимаю, зачем я пытаюсь подняться. Я просто пытаюсь подняться. Хорошо, допустим, я здесь. Мне нужно две этих самых, чтобы подняться дальше. Вот отсюда больше подняться некуда, да? Ну, либо, кстати, можно оттуда. Ой, подожди, а можно? Откуда лучше подниматься туда? Раз, два, три. Хорошо. Три. Угу. Ой, ошибочка от меня. Ошибочка, ошибочка. Землетрясение вторую ночь подряд бывает. Потом в ЛА не забагался. Я просто хочу сундук забрать, я не понимаю, где он. Если честно, по поводу того, чем я тут занимаюсь немного. Я хочу там сундук забрать. Маленький крылатый мышь, но я хочу сундук глянуть. Я хочу посмотреть, где я вообще нахожусь в этой игре. Что за место, где мы находимся? Совершенно непонятно ничего. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну туда, чтобы подняться, надо прям идеально все сделать, как я заметил. Такс. Ой, нельзя здесь нажимать пробел, нельзя. Но я туда уже один раз поднялся, что говорит о том, что туда можно еще раз подняться. А, все, да? Наигрались, ладно. Пошли дальше. Уже дальше впадло. Упал так упал. Как я туда первый раз поднялся, вообще не понимаю. Вот, допустим, я туда поднялся, да? А что дальше? Вот я туда поднялся, и что дальше делать там? Непонятно. Там как будто бы сундук какой-то был. Для одаренных людей. Сундучок. Которые решили по текстурам залезть туда. По-любому так и было. Чисто для одаренных людей сундучок сделали по-любому. Ладно, уничтожение кузни портала. Давай, полить. Ничего себе, это что за нога такая? Не, прикольно то, что работает как бы это самое. Прикольно, что она летит хоть куда-то, а не просто стала тут АФК. Прикольно, что вообще что-то происходит. Полетело чисто. А куда летим? Куда путь держим, путник? Ох, чудовище полетит. А, и ты тут появилась, да? Я понял. Это как будто бы его ускоритель какой-то. Ладно. Тут что за сундук? И где именно он находится? Сверху его нету, а здесь его тоже нету.
А, так это все. Нету и нету. Пошли пока что дальше. Уничтожитель реакторы, пойдем еще сдадим там. Землетрясение вторую ночь подряд регулярно. Ты где живешь? У тебя землетрясение происходит. Землетряс, значит. Фолиант какой-то. Якобы в пещере фолиант. Ну, логично, наверное, что в пещере, скорее всего, не? Раз тут пещера какая-то стоит, то, наверное, в пещеру надо и зайти. Да, вот и пещерка, как бы. А вот и мать. Лянь. Сидит и ждет. Опс. На. Потыкать, потыкать чисто, а. Так, кнопочку нажать свою и поехали. На. Газовое дыхание доджем четверочкой нашей. А, газовое дыхание, понял, что это все. Вопросов не имеем. Да, вопросов нету никаких. Узбекистан. В Узбекистане, значит, землетрясения какие-то. А что это? Впервые у тебя так землетрясение начинается? Или там часто такое бывает? Там, где ты живешь. Просто у меня в жизни, ты знаешь, такое было минимальное землетрясение, ну, которое я помню. Ну, было один или два раза, и то это... Настолько маленькие были, что это было сложно почувствовать. Было секунды 3-4. Как будто бы и не понял, было оно или не было. Здорово, Синтик, здорово. Синтики тут, смотрю, подъехали, да? Синтики, синтики. У меня было вроде, но я спал. И чисто не заметил. Вот так вот, а вроде было, вроде и не было, и по итогу ничего не ясно, непонятно, да? Что было, а что не было. Так и живем. Чисто. Опс. Так и жизнь проживается во сне у людей. А мы вроде спали. А, вроде да. Что за сундук? Фрагмент снова этот непонятный. Воодушевление, давай. Туда этот легион. Попусти чисто. Опс. Ничего себе, оно почти его ваншотует, кстати, по сути-то. По сути, оно его почти ваншотнуло. Опс. На. Бабах. Тут пусто, да? Тут пусто. Какая скорость движения у него? 71% в этой штуке, да? Понятно. Ладно, неважно. Опс, опс, опс. Бабах. Траем с Лёха мифик. А, будьте нам тактики, значит, потом скоро рассказывать на Гера мифик. Это хорошо, хорошо. Что сон прерывать? Если менять спек, то пухи с нуля качать ку? Пухи, ну... Да, ты играешь за анхолика, ты решил прыгнуть во фроста, у тебя фрост будет нулевой. Но потом, когда ты прыгнешь обратно в анхолика, будет анхолик не нулевой уже. Так, в Мордуме или в казематах стражи раскрошить кристаллы, чтобы получить возможность с некоторой ветостью нанести дополнительный урон от огня при атаках, а также повысить скорость движения на 10%. Можно использовать только в Мордуме и казематах стражей. Что за бред вообще? Чего эту штуку вообще добавили в игру? В казематах стражей, блин. Не понял немножко, ну ладно. Сейчас юзай. А потом? А почему не потом? Почему сейчас именно? Буковка. Думаешь, я в казематах стражей не смогу юзать ее или что? Или потом в казематах я забуду про нее? Намек на это. Нафига оно в казематах тебе? А чё? Прикольно будет. Халява. Или это якобы уже нечестно немножко киберспорт будет в казематах. И да, забудешь. Понял. Чисто пойду закрывать какой-то кей.
А эту штуку еще откуда-то можно вылутать? Фрагменты кристалла скверны. Фрагменты кристалла скверны. Вов, ну-ка. Что это такое вообще? Начнем как бы с этого. Содержится в Мордуме и в... А, в казематах есть. Комментарий. Использовать в все казематы стражи его нельзя, то есть он становится абсолютно бесполезен сразу, как вы покидаете стартовую зону. Понял, принял. Вы не можете использовать их внутри фунгиона Вофт. Они... Понял. Короче, они бесполезны. Вы их не сможете взять в казематах. Я только что прочитал. Ну ладно, хоть посмотрим, как это работает. Чё по ДПСу? Взрыв скверный. Сколько надамажил? Понял. Бесполезная штука. Пишет, что они используются в казематах. Но я одну штуку оставлю специально. Здравствуйте. Как уж делишки? Понял. А, это вы черти. Я думал, вы на меня забили все-таки. А вы что-то вспомнили про меня все-таки. Падлы. Вот подлюки, а. Ладно. Лянь, 110-й, офигеть. Я крутой получается. Крутой на стримере, крутой. Так, Кейн, расскажи мне что-нибудь. Метаморфозу можно полутать, да? И локальное задание. Выберите... Стоп, что? Прочтите фолиант. Давай, прочитаю фолиант. Хавок, либо... Давай ДПСер. Мету дали. Спасибо за мету, ребят. Нормальная тема. Сюда лут. Ты не понял, в казематах, когда ты цепочку проходишь, а не в казематах в инсте. А, тут цепочка какая-то есть. Сану выслушал. Кайн обучен. А Лари что-то тыкнуто, тут тыкнуто все. Ты готова, Легион Корвус? Мигниталь обучен. Кто Мигниталь, ребят? Кто Мигниталь? Рассказывайте. А куда нажать надо? Кто Мигниталь? А, вот он. Оказывается, в сторонке вообще тут сидит. Защилился парень. Отправляйся на молот скверно. Ну пошли, поехали. Здорово, как дела? О-о-о, на летущей мыши сразу. У ДХ 20 пека ДД один танк, да? Все верно. Ты чертовски прав, регуляр. Так, увеличивает весь наносимый урон на 30% на 18 секунд. Пока действует способность, ваши автоматические атаки наносят на 150% больше урона, который считается урон от магии хаоса. Так, хорошо, наносит урон на 30% больше. Обстрел скверное... Наносит ваши цели, находящиеся рядом с ней противником, если садит 15 тысяч урона. Ваша способность, наносящая урон сектору вредности, сокращает время восстановления, обстрела скверная. Угу. И демонизм. Когда пронзающий взгляд перестает наносить урон, вы на 8 секунд превращаетесь в демона. Что значит в демона? А, там, кстати, много по времени. Чем отличаются ДД-спеки? Нет, ты не... А, я неправильно почитал. У ДХ один спек ДД, один спек танка. Тут нет второго спека ДД. Я неправильно прочитал. У него один ДД, один танк, все. У него нету, как у мага, какого-нибудь спеки. Я думал, ты имеешь в виду у ДХ два спека. Ну да, два спека и ДД и танк. А ты имел в виду два ДТ и танк. Поэтому я неправильно просто прочитал, и ты неправильно написал. Так, ну давай клинки хаоса, про которые я, наверное, забывать буду постоянно. Так, заманивание. Ну и в мету давай засунем. Самоисцеление. Так, пошли вот это бурстить тогда в таком случае. Все, забурстили. А где мое хп? Где она потерялась немножко, чуть не понял, а? Доступные таланты чести, что? Давай. Все, нажмем, потом вспомним про таланты чести. Так, спуститесь. Куда спуститься? Что спуститься? Поехали отсюда.
А где квест давать ключик? А, спуститься надо было, все, я понял. Близы ленивы, могли бы второй ДДСпек реализовать. Могли бы, но решили, что это ненужная штука. Не самая нужная для ДХДД. Второй спек. Саргиритовый ключ активирован, да? Давай, давай. Саргиритовый ключик активирован, а? Так, мультик. Лянь на. Луч. Эльфы. Демоны. Отомсти ему. На. Этому отомсти. Тому отомсти. Маев. А Маев не такая слабая, чтобы отомстить. На. Как ты смеешь, да? Ничего не слышу. Давай погромче немножко. В казематы их. Пусть гниют там с предателем вечно. Какая Маев решительная это. Страшная женщина, а? Пускай гниют там вечно. Опа, мультик продолжается, ну-ка. Расколотые острова. Казинаки. Пусти нас внутрь, Кардана. Кардана это ДХ? Имитала. Что за эльфийский, не понял. Имитала, ё-моё. Легион нашёл нас. Сёстры, защищайте казематы. Леди Маев, вы нужны нам. Сперва я должна кое-что сделать. Элидари. Тысячи лет я оберегала этот мир от сил зла. Меня утешала мысль, что нашему миру не угрожают слуги предателя, такие как ты. Так, стекло не режь. Азерота. Дорогая штука. Это евроремонт потом делать будешь еще. Не трожь. Даже дать тебе свободу. Кили Тала, это Франсуа? Согласен. Франсуа, исись моё. Так, все. Нам нужны охотники на демонов. Нужны так нужны, хорошо. Майо, давай. Охотничек на демонов. Мне нужна помощь, чтобы остановить Гул'дана. Освободи других Иллидари. Давай, давай, поехали. Поех. Не понял. Так, стоп. Каин освобожден. Ага. Допустим, этих я могу освободить, да? Алтруис и Кайна, вот этих двух. Ладно, неважно. Пошли. А что не так-то? Давайте быстрее, ребят. Почему Алтруис на свободе? Пошли, пошли, ребят. Поехали, молодцы. А что, если бы я... Ага. То есть мне надо было успеть, да, выйти? Если бы не успел, то все, ГГ. Прикольно придумано. Прикольно, прикольно. Освобождено заключенных Иллидари. Давайте освобождать. Так, ну-ка, поехали. Опс. Оп-оп-оп. Пошло, поехало. Опс. Опс. Кардана предала Маев и свалила к демонам. Вот так вот. О, демонов просто плюшки, видимо, какие-то из печеньки. Вот и предала. Явно что-то предложили. Хорошенькое такое. Там... Печеньки, как уже сказано ранее. В общем, сразу все понятно стало. Все становится на места. У Маев нет печенек, значит, помогать мы и не будем. Хотелось бы так сказать, к сожалению, сюжет не дает такое делать. Так, вот этого повелителя надо потрогать, да? Иди сюда. Иди сюда, повелитель. Повелитель демонов, говорит он. Я повелитель демонов, а не ты. Опс. Отправлюсь вперед и захвачу подъемники. Давай, дружище. Захватывай здесь всю суету на воде. Опс. Хорошо. Это тоже взорвать. Все взорвать. Что еще можно потыкать здесь?
Ай, была бы эта штука, кстати. Поднялся бы. Опс. Так, все сбрили, молодцы, пошли дальше. Чё-то нарисовали какую-то комнату непонятную. Какие-то совы по углам. Какие-то стекла. А ремонт кто делать будет, а? Вот это вот мы сейчас сидим, ломаем здесь все, да? А ремонт кто сделает потом? Кто денег даст на ремонт? Я не понял. Чем занимаешься? А что, не видно? Задыхаю, играю. Качаю персонажа. Пытаюсь его пройти цепочку, как минимум, начальную. Пока что. Чуть не понимаю дальше. Тут же надо их освобождать, да? Ну, по идее, их здесь надо освобождать. Давайте. Здесь, значит, здесь. Все, поехали. Да ладно, как так-то? Как я не попал? Куда мне надо? Да, в смысле? У меня тройной прыжок, я не могу допрыгнуть туда, куда мне надо, как правильно. Все, нормально. Какой-то поломанный тут тройной прыжок, ну ладно. Так, это что, сундучок какой-то? Давай сюда лут. Что с него дадут? Как обычно, ничего, да? Зато спускается, чтобы поднять. Угу. Спускается, ну что-то поднять, спускается. На, крыска. Дань, крыску не прибила. Потрогать крыску. Что это такое? Оп. Что там, босса какого-то? Кертозора можно потрогать. А, здесь невидимая стенка якобы, понятно. Прикольно, прикольно. Вы придумали? То есть здесь просто решили долбануть невидимую стену. Я решил через невидимую стенку пройти, и, как оказалось, зря. Просто зря. Потому что через стенку ты не пройдешь. Неплохо придумываете. Близы, неплохо. О, это у Карданы, да, я так понимаю, хата. Это хата Карданы, судя по всему. Ну ладно. Кардана, Кардана. Падла Кардана. Тык. Тык. Так, обстрелом потыкать немного. Не. А с них падает сила, вот это вот, как она называется, бесполезная. Там фрагменты вроде они называются еще. Это сила, не? Это еще-то ее как-то не вижу немного. Оп-оп-оп. Все, затыкали. Здорово, стример. Привет, кот. Давненько не виделись. Ожил, что ли? Или как? Ты что, ожил, что ли? Давненько тебя тут не видел. Наверное, уже... месяца три, а может больше. Кто знает. Но точно очень давно видел. Последний раз. Вы освобождаетесь от всех эффектов замедления, прыгиваете прочь, находящиеся противники получают 10 тысяч здесь урона, скорость движения снижается на... Угу. Как это работает? То есть прыгаю назад якобы, да? Угу. Слакер говорит. Вставай, Ержан. В смысле слакер? В смысле Ержан? Здорово, Колян. Так, а в смысле? Какой еще слакер? Так ты мне... В ЛС нет самой. Не пиши, Коляна, пиши на стрим. Говорит слакер. Я ж чат-то не считаю особо. Ох, Колян, Колян. Ну, доброго вечерочка. Колян, оказывается, тут тоже сидит. Уже давно. В смысле, я слакер? Кто мне в личку пишет, когда у меня это самое стрим как бы есть? Что за разоблачение, кот? Какое разоблачение? Ты про Фалдурика, что ли? Да, дурачок местный, можешь забить на него. Если ты про это. Ничего серьезного, ничего... Никакого разоблачения там не было. Упс.
Просто в наших кругах местные... Одного местного мальчика начали попускать уже здесь. И больше он здесь не появляется. Так, полетели на Грифоне. Красущий скверно топырь. Лянь, летит, летит. Чудовище летит. Шо-то, Колян, скоро будет у тебя конкурент по ДПСу. Никот АДХ. АДХ тоже как бы кожаный персонаж. Тоже шмотки кожаные. Сколько тебе лететь? Ты с ума сошел, что ли? Что за подвальная? Жди, из каземат пытаюсь выбраться. Капец, он улетит далеко. Здорово, стример. Привет, Тони. Привет, привет. Подожди, я в расколотые острова, что ли, попаду, или... Или мне Штормград отпустят потом. Дыхание дамажит, а мы это посмотрим, что они там дамажат, не дамажат, узнаем. Узнаем, увидим, так сказать. Что они там дамажат и кому дамажат. И сколько, самое главное. И Малант убит, сила взята. Нормальное. Нормальное имя, и Малант чисто. Ты ДХ качаешь, Октоген? А как ты думаешь, кто это? У тебя на экране. Ого, у него кикается каст даже. Ничего себе. Не, ну кикающийся каст — это как бы хорошо. Кикающийся каст — это замечательно просто. Нате станом по башке. За тупость на мобе. Такое чувство, как будто бы вообще не хочется этот самый... полностью силу тратить, чтобы я всегда мог задоджить урон. Как будто бы. Оп. Опс. Пришли и вернулись, так сказать. Такс. Ну я доджу урон как-то. Я, кстати, зря этот потратил случайно. Как он называется? Случайно потратил кое-какую кнопочку. Ну ладно, у меня есть еще додж какой-либо. А что за пылающая скверна? Что это? Это он под себя типа срет или что это такое? Просто что-то немного не понимаю. Этой игры моментами. Опс. А, неважно. А что за мрак? Что он делает? Атакующие противники, собирайте с 20%, не нанесут урон. Так он и так ничего мне не наносит. Чему еще меньше наносить? В чем смысл? Ладно. Неважно, думаю, неважно. Кто больше дает, монха или АДК? Монахам проще дать, как я знаю, ДПСа. Так что, скорее всего, монах. Скорее всего, монк в этом деле. Похож на монаха. Я бы сказал, это паладин, если честно, я не монах, кем я сейчас играю. Это же, ну, истинный паладин, ребят, смотрите. Глаза зеленые, какие-то мечи у него есть. Ну, истинный паладин. Прям вылитый. Или данки какие-то тут на мне. В общем, все нормально. Все шикарно сделано. Безлег монк. У нас АДК больше дает. Но с АДК с легендаркой и лучше одет он, как минимум. Так, обстрел скверный. Сюда давай. Или что это? Кольцо хаоса. Оглушает, станчик дает. Слушай, прикольно, прикольно. А раз станчик дает, значит приколдесненько. Это что такое? Здесь огурчики есть, да? А огурчики сюда лут быстренько. Сюда огурцы, сюда. Ясно. Уже с легой фрапал. Скажет с гамно легой. Так и скажет, проверяй. А так и будет. Так, что это такое? Вулкан мимо. А в огне не горит, да? Понял. Активируем какую-то штуку непонятную. Что это было? Что это? Это со стороны, типа? Как оно выглядит или что? Хм. Ну ладно, наверное, это как со стороны выглядит.
Вот этот прыжок. Прыжок танка. То есть танк более мобильный, что ли, чем я, или как? Что-то я не понял немножко момента. Ну ладно, неважно, думаю. Просто неважно, полетели дальше. Опс. Полетел. Зеркало повернуто. Чтоб по горам лазить, да. Все три босса осталось. А. Да, несмотря на чего нельзя потрогать. Ну ладно. Я что-то нажал один раз и побежал дальше. И все. Тык-тык-тык. У танка Куквара героический прыжок. Так, а что он квест делает дольше, чем я, если у него героический прыжок есть? Слышал новость про Саурфанга. Какую еще новость про Саурфанга? Немного не понял сути, Олан, про что ты пытаешься сказать. Саурфанг — это CLK, CLK — это... Вот ЛК, мы играем на Легионе. Что за новости такие? А. Едет лифт. Поднимитесь в зал правосудия. Давай, давай. В зал правосудия, поехали. Покидаем казематы отсюда. Блянь, Маголит какой-то. Есть. И что дальше? Опс, опс. Опс. Глаз и два последних. Мне кажется, нас сейчас по всем боссам просто проведут. Корвас. Корвас здесь, а? Корвас нас ждет. А, приключение недоступно, понятно. И куда дальше? Загляните в источник правосудия. Кощего источник правосудия. Что это? А, вот эту штуку. Так, что это такое по итогу? Ну-ка, ну-ка. Это ДХ, да? Ихнее рождение или что это такое? Лянь, как будто бы CLK. Ой, какие мультики. Лянь, какой лор. Шо там? Минус семья, теперь я охотник на демонов, да? Как там, классическая такая история? Е-е-е, лянь. У меня прям все горит. Прям глаза разорвало. Видите, с какого левела мифик? Глаз мифики жесткий, однако. Илнат, понял. Лянь. Портальчик. Опс, поднимаемся. Мифик, наверное, 70-го мифик. 65-й минимум, скорее всего. Чтобы хотя бы туда попасть. Опа. Нас больше, и мы сильнее. Это или данжа? Не? Мне кажется, или мультик не работает, ну, это самое, неправильно, он без озвучки. Мультик без озвучки, короче, я понял. Забейте, короче, этот мультик без озвучки, потому что у меня... Подожди-ка. О! Нормально. Все, вот это нормально уже. Вы что-то слышите, ребят, нет? Стражам нужна наша помощь. Значит, дела совсем плохи. Подожди, я ничего не понял.
отправлюсь вперед и захвачу подъемники. Мой клинок пронзит тебя! Так какой мой клинок пронзит тебя? Алло, хватит. Дай мне нормальный мультик без вот этой вот воды со стороны. Короче, что, почему я это вот это вот слышу? Звучание, ну у меня сейчас горит у меня. Ты задолбал, почему ты говоришь вообще? Почему оно говорит жизнь за легион свой вот это вот? Бесконечно, он же задолбал реально. Я не слушаю мультики эти. Сначала была предыстория, теперь наше время. Короче, этот дурачок говорит, а... ладно, нафиг это. Давайте. На какого соратника пойдет ваш выбор? Как же приятно снова двигаться. В чем разница? Пойдет ваш выбор, так два одинаковых соратника, в чем смысл? Этот как будто бы танком выглядит. Этот выбор повлияет на силу вашего артефакта, чё? Короче, Каин один из самых... Да, пофигу, короче, любого беру. Это соратник, я так понимаю. Это просто соратник. Чек не как Лёха и Синтик ВК отдыхают. Ты как там увидел артефакт? Ну, типа влияет на силу, показывает. Написано было. Как Лёха и Синтик ВК отдыхают. А что там чекать? Не могу понять. А что там чекать-то? С Лёхой на расслабоне начали, лицом в пол оба прям на первом боссе. Молодцы, молодцы. Смотрю, вам нормально. Вместе с ШП на пару или кто это там. Нет, там написано, ни на что не влияет. Не влияет. А, ни на что не... Тьфу ты, блин. Ну ладно, пофигу. Все равно бы никто никакого влияния ничто бы не дал в самом начале. Кого-то выбрали, кого-то выбрали. Все, пошли дальше. Неужели мы с Каземат уйдем, а? Неужто с Каземат выйдем отсюда? Ой, блин. Какие проблемы у нас, а? Иди сюда. Сейчас побурстим его немного. Опс. Кнопочки понажимать немножко. Кнопочки понажимать, кнопочки. А, с танчиком себе по башке. Немножко. Опс. И добить. Хорошо. И с каземат выходим понемножку. Блин, я, получается, никогда это не выполнял до Талова. Вроде бы, этих ДХ цепочки. Я не помню, что я в каземата каких-то начинал. Когда-либо играть за ДХ. Из каземат пытался выйти. Вообще не помню такого дела. Так, а я в Легионе, получается. Так, сюда, Лутецкий. Что ты без меты бурстишь? А, метод бурст еще дает, это не только сейф. Что она дает? Вы взымаете воздух и приземляетесь в указанной области, нанося 31 тысяча урона темной магии хаоса всем противникам в радиусе 7 метров, оглушая их на 3 секунды. Или вызывая головокружение на 3 тоже. Если противником является игрок. После применения вы на 30 секунд превращаетесь в демона, что значительно усиливает вашу способность удар хаоса, танец клинок, а также усиливает показатель скорости на 20% и усиливает самоисцеление на 100%. Нормально. Неплохо, неплохо. Войдите в тронный зал, поехали. Мой тронный зал, сейчас его займем быстренько, заберем. Сейчас у нас будет, ребят, свой личный тронный зал, так что нормально, лянь. Дворфы какие-то нас приветствуют. А ДК, кстати, закидывали помидорами, если вы помните. ДК закидывали помидорами, а ДХ, как бы, ребята нормальные. Никто их никуда не посылает, как бы, нормальные ребята. Уже Андуин здесь. Пожертвовал всем, говорит. Используйте призрачное зрение, давай. Использовал. Это, так я уже изал его когда-то, нет? Опа. Видно, что тут все демоны, да? Якобы. И что надо сделать?
Предупредите Андуина Рина, я хочу выслушать эту охотницу на демонов. Давай, давай. Дело не терпит отлагаться, с демона уже следи вас, я покажу вам. И не спрячь свою мерзкую сущность, демон. Поздно или дали клинка скверную атаку. Так это получается только для ДХ, получается, немножко по-другому это сделано, да? То есть я на ДХ это сам показываю. Уже, что демоны здесь. Прикольно, прикольно. Но эти демоны слишком слабенькие. Мы их попустим сейчас очень быстро. Опс, и поехали. А, у меня тут бурсты, кнопочки, в общем, имба. Сколько их? 5 штук надо закрыть. Так, давай. Давай в демона прыгнем немножко. Опс. Так, станчик сюда давайте пропишем. И взглядом просто добьем их всех. А что с метой или что это было сейчас? Оно так и должно как будто бы работать, да? Или что это было сейчас? Что это за обилка затуманиваю? А, это уклонение мое, понятно. Пускай будет уклонение, пускай. Пускай, пускай. Хуже от этого не будет явно. Ага. Опс. А-а-а, кстати, а по хп довольно-таки это самое. А по хп довольно-таки проблематично, я смотрю. Нифига себе. Урон, конечно, у них. Аннигиляция, бей в мете. Аннигиляция и мете. Кстати, я когда умираю, я облачком иду эльфийским, да? А у меня двойной прыжок есть. Офигеть. Прикольно. Прикольно, что есть двойной прыжок, прикольно. В облачке двойной прыжок. Заявление это как бы серьезное. Ладно. То есть я могу парить, по сути. Левитировать без проблем. Ладно. Полетели пока дальше. Чем бьешь? Аннигиляцией бей. Аннигиляция это что у нас вообще? Аннигиляция, Гриш. Что такое аннигиляция? В мете. У меня такой кнопки, как аннигиляция, по-моему, вообще нету. На двоечке. Удар хаоса это называется, а не аннигиляция. Ну ладно. Опс. Оп-оп-оп. Хорошо. Они же это самое, кнопочки свои вонючие нажимаю, да? Станчик. Так, кнопочкины. Так, а это уклонение, как бы, если еще. Опс, обошли. Обошли и потрогали за все места. Хорошо. И этого потрогать до конца. И этого тоже. Замечательно. Ну и захиливаемся. В мете аннигиляция. Метаморфозия это аннигиляция называется? Ну хорошо, пускай аннигиляция называется. А зачем его бью? По квесту он же не нужен. Оружие Альянса мне надо, да? Оружие Альянса это... нормально, куда идти? Ладно, давайте комбат скинем. Пошли отсюда. Комбат скидываем и пошли отсюда. Так, у меня есть маунт полетный или нет? Могу летать уже или нет еще? Не, еще нельзя летать, я понял. Какая, блин, жалость, да, что нельзя летать? Ладно. Пошли отсюда тогда. И полетели. Понемножку. Так, а надо это самое, купить шмотки. Ой, шмотки. Ну, шмотки тоже, наверное, надо купить. Но не только шмотки надо купить. Полетку. Надо бы себе полеточку залутать. Как бы, думаю, было бы очень неплохо.